Давайте дарить хорошие книги и любить наших людей. Это не хохмы, это серьезные, вдумчивые мысли. Этот писатель – это тема всей моей жизни. Мы соперничаем за женщину уже 42 года. Мы знакомы 43 год, и это женщина Анна Каренина. Правда, Юрий Казаков – это вот такая абсолютная русская классика 20 века. Я когда выбирала эти книги, я думала о тех, кто приходит к нам сейчас в библиотеке. Люди, написавшие эти книги, прошли через непростую судьбу, судьбу страны и свою судьбу, и вышли с достоинством. Эта книга про будущее, но про то, что куда бы мы ни полетели, какие бы мы миры ни достигли, мы остаемся людьми. Это гениальнейшая книга, да, биография Лилианы Лунгиной, нашего феноменальнейшего переводчика. Это невероятно гимн чтению, гимн книги. Дмитрий Данилов. Саша, привет. Пересказывать не буду. Своего рода антиутопия, а может быть и реализм. Я ее начала читать, условно говоря, в 5 часов вечера и закончила в 5 часов утра. Я не смогла оторваться. Он дает несколько практических советов о том, как не потерять смысл жизни в тяжелых жизненных обстоятельствах. Важно не озлобиться, не расчеловечиться ни при каких обстоятельствах. Важно оставаться людьми.